Ну что ж, друзья, у нас шестая неделя такого челленджа по программе «Ок возрождения. Пять тибетских жемчужин». И на шестой неделе мы переходим на 13 повторов каждой жемчужины. Напоминаю, что это не начало челленджа. Начало челленджа – это 3 повтора. 13 повторов – это уже шестая неделя, когда мы плавно перешли от 3, 5, 7, 9. Последнюю неделю мы делали 11, и теперь делаем 13. И делаем в умеренно быстром, свободном, спокойном режиме вращение по часовой стрелке 13 раз. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И 13. Положение лежа на спине, выпрямляем ноги, руки вдоль тела. Вдох. Расслабляемся. Выдох. Поднимаем голову и ноги. Вдох. Выдох. Второй. Выдох. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, выдох, десятый, выдох, одиннадцатый, выдох, двенадцатый, выдох, тринадцатый, выдох, положение сидя. Вдох. Скругляем спину, стоя на колени. Вдох. Прогиб. Вдох. Выдох. Второй вдох. Выдох. Третий. Выдох. Четвертый. Выдох. Выдох. Шестой. Выдох. Седьмой. Выдох. Восьмой. Выдох. Девятый. Выдох. Десятый. Выдох. Одиннадцатый. Выдох. Двенадцать. И тринадцать. Положение сидя. Выпрямляем ноги перед собой. Вдох. Руки в пол. Скругляем спину. Выдох. Таз подняли. Вдох. Отпустили голову назад. Напряжение. Пауза. Выдох. Скругляем спину. Третий. Четвертый. Пятый. Выдох. Шестой. Выдох. Седьмой. Выдох. Восьмой.
Вдох. Девятый. Вдох. Десятый. Выдох. Одиннадцатый. Выдох. Двенадцатый. Выдох. И тринадцатый. Переходим собаку мордой вверх, вдох. Или в кобру. Прогиб. Вдох, пауза, напряжение. Выдох, кобра. Собака мордой вниз. Пауза, напряжение. Второй вдох. Третий. Четвертый. Пятый. Восьмой. Девятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. И тринадцатый. Отлично. Продолжаем так, в таком же духе. Каждый день, всю шестую неделю. А на следующей неделе будет по 15 повторов.